Так, всем привет. Каналу Храбрость Жизни, дядь Давид. Всем привет. Вот я получил голубей. Я говорю, что вам спасибо за голубей. Вот они все здесь. Единственное, только сизая голубка умерла. Вот, я не знаю, почему она погибла. Вот, так что жалко очень. Вот, голубей получил уже давно, просто вот пока приручал, там перья повыдирал, чтобы пока привыкнули, там уже более-менее летали они. Вот, так что, ну вот, они сейчас паровались, только непонятно, как вот этот чиль споровался с шейкой вон той вот, которая вот возле лётного мраморного находится. Мраморный вот этот лётный споровался с вот этой вот жучкой мраморной бойной. Вот, так что я не знаю, что получится. Вот, напишите в комментариях, что мне сделать для того, чтобы их перепаровать. Потому что я как бы уже один раз пробовал бакинцев перепаровывать. Вот этого вот белого голубя с вон той вот черной жучкой. Я, получается, жучку убирал и голубя садил с другой. Где-то их неделю так держал. Вот, они сидели. Потом я выпускал, этот бакинец видел опять свою голубку и бежал опять к ней, к этой жучке. Так что, я не знаю, либо убрать мне кого-нибудь надо будет, или что. Не знаю. Вот так вот. Теперь я хочу вот для этого андижанца вот Чубатова найти пару, либо андижанку, либо узбека какого-нибудь. Вот. В пару, наверное, ну, такую, либо лысую, либо чубату тоже, вот, чтобы гонять уже было, чтобы не на красоту, а на лед было. Вот так вот. Конечно, она сдохла, непонятно почему. Ну, она такая ходила, вот, поначалу я ее привез, она нормальная была. Ходила так более-менее. А потом, через некоторое время, смотрю, она такая ходит, как вялая такая, как будто вот, такая, как, не знаю, можно сказать, контуженная. Вот так вот ходит, вот так вот бежит, разгоняется, и вот так вот затормозить не может, получается, падает себе вперед. Как бы вперед на грудь вот так вот падает, вот, не знаю. Вот так вот, если кто знает, как это лечить, что как болезнь называется, напишите мне в комментариях, пожалуйста. Дядь Виду, ну, дядь Давиду под видео. Вот, чтобы интересно будет почитать, потому что я не знаю, как это лечить, как с этим бороться. Вот, ну, всем спасибо за просмотр. Еще раз всем привет и спасибо за голубей.